Да, финальный поединок до 48 килограммов. Первая же атака со стороны спортсменки Фиби Десан. Попыталась она провести на такой кубиси, но просто хорошо защищается ее соперница. Не важно, не подняли столько спортсменки. Первый захват по стороне Фиби Десан. Копалов, но такое опасное действие, это низко головой вниз и чревато получением травмы. Корректно, но главное, чтобы никто не был травмирован, потому что в любом соревновательном поединке главное это здоровье, потому что впереди у этих юных спортсменов, это все впереди, и надо быть внимательным. Пока что мы все атаки немножечко почти близка была к тому, чтобы зафиксировать удержание спортсменки с клуба Копал, но не завершила до конца это техническое действие. А вот здесь сейчас вот хорошая атака уже в исполнении спортсменки клуба Десант Варна. А вот здесь поймала контратаку, пожалуйста, Оучи Гарри. И я думаю, что здесь есть вероятность, что сейчас видеоповтор могут уезжать от Сенки в Азари. Да, вот что мы видим, установили и просмотрели. Повторы и примет решение, подскажет арбитру, на какую оценку давать, но мы сдержим, что оценка в Азаре уместна. Не дает никакую оценку, хорошо. Давайте будем наблюдать дальше, как будет происходить рекламный поединок. О, короче, вот это уже здесь. Я думаю, что ближе там еще будет оценка. Здесь можно даже вот вытащить сейчас ногу. Посмотрим, получится это сделать или нет. Она так неплотно зафиксировала ногу и соперницу. Здесь опять видеоповтор. Ну, посмотрим, может это принять решение. А вот здесь вот, вот, пожалуйста, еще одна атака в исполнении спортсменки с клуба Десант. Ну, очень близки к оценкам гаишки. Немножко не хватает, наверное, какой-то амплитуды действий. Надо привести в порядок кимоно. Ну, пока без оценок проходит поединок. Силовая попытка провести угошу в исполнении десант варных, но не получилось. Здесь больше вот, доминирует как, в захвате. Вот хороший захват, а вот здесь вот контратакующие действия сразу встречает ее дзюдоистки белый кимоно. Время завершилось. Идет золотой акцент, сейчас борьба будет. Опасное действие.
вести, на мой взгляд, корректно, больше это что-то на случайность, что соперница упадет на спину. Здесь вот четко поймали на контратаку. Молодец. Здесь с клуба Десан Варна поймал свою соперницу на контратаку еще вместе. И у меня по управлению движением атаку на оценку, скорее всего, это минимум в Азаре. Продолжение следует...